Самый большой в мире цыганский коллектив, так называют Будапештский симфонический оркестр, в составе которого 100 музыкантов. Большинство из них – скрипачи. В группе струнных инструментов также присутствуют альты, контрабасы, виолончели и цимбалы. Музыкантам по плечу практически любая композиция из европейской и русской классики. В перечне авторов, чьи произведения исполняют цыганские виртуозы – Чайковский, Хачатурян, Брамс, Штраус, Лист. К примеру, вот так звучит фрагмент оперы Жоржа Бизе «Кармен» в переложении для цимбал и скрипок. Кроме классики, коллектив исполняет традиционную венгерскую и цыганскую музыку. Особенность оркестра в том, что на концертах музыканты выступают без партитур, а также без дирижера. Каждым номером управляет один из солистов. Будапештский симфонический оркестр существует уже больше 30 лет и за это время покорил аудиторию многих стран. Музыканты побывали почти во всех государствах Европы, выступали также в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Не раз бывали в российской столице. В этом году у них гастрольный тур по городам нашей страны. Сейчас оркестр находится в Челябинске. В Перми музыканты выступят 24 октября в ДК имени Солдатова. Юлия Зыкова, телевизионная служба новостей.